Состояние дорог в Славянске всегда было темой для пристального внимания жителей города. Деловой Славянск представляет рубрику «Дороги Славянска», в которой мы будем рассказывать о состоянии самых проблемных дорог города, которые уже давно требуют внимания местных депутатов и дорожников города. Сегодня мы проедемся по улице, которую жители Славянска определили как одну из самых проблемных улиц города. Это улица Волжская. Она проходит через частный сектор, и ее состояние вызывает вопросы у жителей города, которые вынуждены с большой осторожностью маневрировать между многочисленными ямами, образовавшимися здесь на протяжении последних десятилетий. Для того, чтобы убедиться в аварийности этой дороги, предлагаем небольшую поездку по улице Волжская в Славянске.